Сегодня на повестке дня панковская песня, которая не изобилует какими-то выдумками и оригинальными ходами. Здесь все очень просто, обычные квинты, аккорды, катастрофически дурной текст, но что мы хотим от русского панка? Итак, это, кстати, вступление. Два аккорда. Ре и до. Д и С. Жила-была девочка, милая девочка, очень красивая девочка. Ее баловали, ей не рассказали, что мало быть просто прибывочкой. Интеллекта, но в сторону твою направлен мой вектор, но в сторону твою направлен мой вектор, соси мой вектор, соси. Ну и так дальше всю песню, абсолютно ничего нового нет, аккорды у вас на экране, можно это, конечно, играть не квинтами. Ну, здесь как бы панк, там, вообще я бы ее сыграл бы. Жила-была девочка, милая девочка. Вот так бы сверху вниз мочил в некоторых моментах, чтобы хотя бы как-то разнообразить. А так, вообще, обычный примитивный бой. Жила-была девочка, милая девочка, очень красивая девочка. Можно попробовать это сыграть блатными аккордами, если проблема с квинтами, ну не знаю. Как это можно сыграть? Жила-была девочка, милая девочка, очень красивая девочка. Стеклянные глаза и ноль интеллекта, но в сторону твою направлен мой вектор. Но в сторону твою направлен мой вектор. Соси мой вектор соси. А вот этот проигрыш играть вообще по-дебильному будет звучать без квинт. Дебильновато. Поэтому лучше его играть здесь. Все, в принципе, у меня даже гитара расстроилась. Ну, панк, все-таки при панке обязательно должна быть расстроена гитара, поэтому нечего тут кричать, что гитара расстроилась. Что она грязная какая-то прямо стала. Ну, панк играю, а панки любят обмазывать гитары говном. У меня говна нет, извините. Ну, это сарказм, кто не понял, а то скажете, что за шуточки. Как вы поняли, здесь нужно просто уметь достаточно быстро переставлять квинты. Вот вступление. И потом жила-была девочка, милая девочка, очень красивая девочка. Стеклянные глаза и ноль интеллекта, но в сторону твою направлен мой вектор. Но в сторону твою направлен мой вектор. Соси мой вектор соси. Можете вот так играть, так вообще будет круто. Ну, в общем, вы меня поняли, здесь ничего сложного нет. А накладка из палисандры, мне всегда это нравилось, очень крепкое дерево. А вот на коробочке для медиаторов, на футляре уже стерлись буквы. Это мне не очень нравится. До новых синяков.